18 декабря глава города Зайнуддин Акмазов провел аппаратное совещание с участием руководителей и служащих муниципальных ведомств. Прежде чем приступить к основным вопросам повестки дня, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов рассказал о предстоящих планах мероприятий, посвященных празднованию Нового года. По остальным вопросам руководители, каждый, в принципе, то, что они могут сказать, я могу тоже довести для сведения руководителям. Работа идет. Мы 25 числу должны установить елку на площади. 27 числа у нас концерт общегородской ДК «Спартак». 24-25 мероприятие ДК «Спартак» для детей в утреннике, а они там проводят. 31 числа в 11 часов мероприятие на площади Батырмазаева, новогодние, там будет концерт, елка. И параллельно с этим, начиная с 20 числа, у нас по каждой организации, учреждения проводятся соответствующие мероприятия, тоже связанные с этими новогодними праздниками. В ходе совещания Зайнуддин Акмазов поинтересовался положением дел по обращениям и жалобам жителей города. Слово для выступления было предоставлено начальнику управления коммунального хозяйства Арсланали Мустафаеву. По приему граждан, 6 обращений было в наш адрес, достающие. Воинская 90 дом по поводу парковки, стоянка. С вами обсудили, да, на века еще добро начали делать. Будет вопрос устранен. Воинская 82-й дом, квартира 15, не было в подъезде, освещение электросети устранили, сделали. В продолжении совещания выступил начальник финансового управления Магомед Шахмеледов. Сроки были установлены по проектам бюджетов наших учреждений до 15 декабря. На сегодняшний день, сегодня, как мне доложили, учреждения культуры уже принесли. Мы, в свою очередь, должны на экспертизу, на заключение дать контрольно-счетной палате, они в городском собрании. Ко второму чтению мы должны уже полностью материал подготовить. 24 или 25, вчера мы обращались в городское собрание, они говорили, что дополнительно нам скажут, какого числа будет. Мы по срокам не успеваем. Поэтому просьба сегодня-завтра, пожалуйста, сдайте проектные сметы по бюджетному учреждению. По итогам совещания глава города поручил руководителям коммунального блока усилить работу в плане содержания автомобильных дорог и пешеходных зон противогололедными материалами во время снегопадов и морозов. Сарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».